Ребята, всем привет! Вы снова на канале Прищепов ТВ. Настя сейчас расскажет вам, что здесь происходит. Да, у нас фестиваль House of the Rising Sun в рамках Мелонги Ночи де Луна. И сегодня у нас выступили Дана Сон и Ирина Войтенко. Расскажите, как вам выступалось, что вы чувствовали? Я больше переживала за Ирину. Я тоже больше переживала за Ирину. Все больше переживали за Ирину, это мое первое выступление вообще в жизни. Вот, несмотря на то, что у меня приличный танго-стаж, это тем более волнительно, потому что все друзья, все знакомые увидят. Не дай бог, не дай бог я что-то на... Первый, да? Сколько лет ты там слышишь? Ой, дай бог памяти, с 12 года сколько получается? Почти 10. Да, прилично, да. Уже давно надо начать. 3,5 года. 3,5 года и уже выступает. Хорошо, малышка. А кто ваш преподаватель, расскажите? Мой преподаватель Евгений Дендрылов. Он был моим первым и является им сейчас. Так жизнь сложилась, что все-таки я к нему вернулась. Это прям мое. Да, надо отметить, что Дана из Перми, и у девочек совсем не было времени на то, чтобы репетировать и готовить номер. Это полная импровизация. Поэтому, ребята, обязательно пишите комментарии, пишите пожелания. И ставьте обязательно лайки. Все голосуют за лучшего танцора, правильно? Да, абсолютно. Мы выбираем лучшую пару. В дальнейшем пары будут соревноваться, но пока мы голосуем за какие-то пары, которые вам больше всего понравились. И давай мы еще спросим Иру, кто ее преподаватель. Расскажи вкратце. О, это надо. За 10 лет, да, наконец. Мне очень хочется отметить сегодня моих любимых преподавателей и очень хороших друзей. Это в первую очередь Аня Зюзина. Прекрасная подруга и очень строгий требовательный преподаватель, очень строгий требовательный критик. Вот. Это Стас Фурсов и Катя Симонова. Спасибо им огромное за советы, как преодолеть волнение, как подготовиться к соревнованиям и за все это время, что они на меня потратили. Но не могу не отметить моих первых преподавателей. Это Ирина Петриченко, Сергей Магна, Даша Короткая, Саша Крупников, ну еще многие-многие другие. Если я кого-то забыла, прошу прощения. Я благодарна абсолютно всем, кто в меня хотя бы что-то вложил. А теперь смотрим видео. Я шагом
Ставьте лайки. Прищепок ТВ. И голосуйте за ребят. Девчат.